В Алматинском зоопарке попросили горожан помочь придумать имена для двух медвежат. Они появились на свет еще в конце прошлого года. Но как к ним обращаться, ни администрация, ни посетители до сих пор не знают. Накануне сотрудники зверинца опубликовали видео будней маленьких хищников. Те подросли, похорошели и заметно прибавили в весе. Днем мишки лежат у бассейна, а когда жара спадает, играют друг с другом и гуляют по вольеру. Их родители Усури и Яшин в этом зоопарке живут 3 года. Семейство чувствует себя хорошо. Пользователи в комментариях уже предложили свои варианты. Чип и Дейл, Лёлик и Болик, Мансур и Балу, Чук и Гек. Выбрать пообещали самые оригинальные прозвища.